Всем привет. Здесь сегодня поговорим о моей сборочке Linux Mint 18.3 X-Face. Ядрышко стоит 4.13, но, как видите, программа SystemBug из образ нормально создался и запустился на виртуальной коробочке. Так что здесь все работает нормально. Панельки я использовал здесь X-Face-овские. Ну что, ну, настройки этих панелек. Параметры. Вот, панель номер 2. Все то, что относится к этой панели. Значит, внешний вид. Ну, расположение горизонтальное. Закрепить. Если я уберу «Открепить», то вот я могу куда угодно эту панель двигать, как говорится, так, как мне нравится. Ну, я обычно предпочитаю где-нибудь там внизу посередке, закрепляю ее и все. Что я могу еще сделать? Автоматически скрывать панель. Могу нажать. Ну, первый, давайте проверим. Вот, интеллектуально. Никакого такого интеллектуального скрытия я не увидел, да? А пойдемте дальше. Скрывать всегда. Все. Панелечка исчезла. Видна такая небольшая темная полосочка только вот. Когда на нее курсор наводишь, она, значит, вроде бы как там начинает появляться. Ну, к этому надо приспособиться. Но тот, кто любит держать рабочий стол свободным, значит, это большое подспорье, потому что так вот, видите, все нормально. Даже здесь я не могу вот добраться до настроек панели, я могу сделать это вот здесь. Параметры панели. Панель, допустим, я могу посмотреть, опять-таки взять номер 2, который мы исследовали. В ней, значит, я могу сделать, опять-таки, чтобы она не скрывалась никогда, сидела себе спокойненько. Вот. Дальше, через нее же я могу выскочить на настройку панели номер 3. Вот она. Вот эта панелечка. Закрепить, скрывать никогда. А вот я хочу, чтобы она как раз скрывалась, потому что тут располагается, скажем так, элементы, которые не часто бывают нужны, а только там при работе с жестким диском, там программами создания бэкапов. То есть это, скажем так, не на каждый день. Все, видите, нету ее. Надо. Сейчас попробуем немножечко поупражняемся. Вот на эту вертикальную полосочку надо нажать, ну, навести курсор, и все у вас, как говорится, будет. Будет вам счастье. Вот на эту вот вертикальную полосочку. А там уже дальше бежите по значкам и выбираете тот значок, который вам, скажем так, необходим. Хорошая, полезная штука и позволяет разгрузить рабочий стол. Ну что, значит, две программы для записи с экрана. ABS Studio и Simple Screen Recorder. Программа для редактирования записанных видеороликов. Программа для их просмотра. SM Player. Программа для редактирование аудиороликов, телевизор, варите, смена обоев, много чего. Стейсер поставил. Стейсер, чем он хорош? Этот стейсер сделан, вот я сделал его на русском языке, во-первых. Вот нажимаете на метелочку, отмечаете вот так вот
левой кнопкой мышки вот эти все галочки. Нажимаете на увеличительное стекло. Он сейчас просканирует все. Вот только в одном месте, видите, появилось 12,9 мегабайт кэш-приложений. Вот его я только и вычищу. Все остальное смысла нет. Потому что там все по нулям. Чистить нечего. Нажал. Ну вот не хочет она чистить. Ну, значит, пока не может, чем-то там занято. А так вот, пожалуйста. Значит, автоматически запускаются только конки. Варите стоят, но я их убрал из автозагрузки. А там дальше уже будете подключать, вот добавлять там и Dropbox, там и Mega, и там что вы там хотите, и что вам нравится. Сборочка получилась такая хорошенькая, живенькая, нормально, как говорится, скажем так, шевелится. Значит, ну а с панельками, вот тут я уж вам, как говорится, показал все. Поиграйтесь, посмотрите, как там вам, что нравится. Можете, допустим, сделать вот таким, допустим, образом. Третья панель. Автоматически скрывать. Да не надо, вот, допустим, пусть всегда так сидит, да и все. Ну, какая разница. Вот, значки можно переносить с одной панельки на другую. Вот, смотрите, правой кнопкой переместить. И я этот значок вот настройки могу поместить вот сюда. Могу поместить его сюда, ну куда угодно. Тут очень такая гибкая система в панельках у X-Face, за что его многие любят. Ну так же примерно как и в Mate. Тоже очень хорошие настройки панелей. Ну, значит, по желанию, значит, всегда вот есть такие опции, что всегда их можете спрятать. И у вас на экране будет, как говорится, много свободного места. Вот. Я обычно делаю вот эту вот панель. Делаю, скрываю ее. А здесь у меня, ну, такие самые ходовые программы там для записи с экрана, редактирование видеороликов, проигрывание их, редактирование аудиофайликов. Ну, практически и все. Значит... Ну что, я думаю, что Linux Mint 18.3, практически теперь у меня уже все вот эти вот три сборки, значит, сделаны. Вернее, Cinnamon, Mate, Kedr, X-Face, это вот четвертый будет. Так что вам будет откуда выбрать. А все остальные настройки, значит, ну, поднастройте под себя время, поднастройте под себя погоду. Когда все там сделаете все нормально, значит, измените свой пароль, сделайте его любой длины, какой вам нравится. И пользуйтесь на здоровье. А так в процессе, значит, мне отпишитесь, как у кого сборочка, значит, это работает. Были ли какие-то сложности. Но в принципе я так довольно-таки прилично ее протестировал. Смотрите сами. Ну, по крайней мере, так сказать, могу порекомендовать любителям X-Face. Сборка такая хорошая получилась. Ну, ладно. Всего вам доброго и до новых встреч.